Привет, ребята! Рады приветствовать вас на программе «Пазлы Паркера». Меня зовут мистер Ричи, а это мой друг Паркер. Поздоровайся. Привет! Сегодня у нас есть подсказка, которая послужит ключом для разгадки нашего пазла. Давайте посмотрим, что у нас есть. У меня есть коробочка, а на ней наклеена бабочка. Давайте посмотрим, что же внутри. О, так это же бабочка! Бабочка! Неужели она может быть ключом к разгадке? Оставайтесь с нами, и в конце вы узнаете, как она связана с нашей сегодняшней программой «Пазлы Паркера». Привет всем! Мы продолжаем программу «Пазлы Паркера». Сейчас мы находимся в парке и собираемся делать зарядку. Поэтому отодвиньте мебель, которая может вас задеть, или которую вы можете задеть, и присоединяйтесь к нам. Сегодня со мной великолепные помощники, которые будут вместе со мной выполнять упражнения. Итак, прямо возле меня Анна. Вот там стоит Райан. А с этой стороны Роберто и его сестра Дейзи. А также со мной вы, мои незаменимые помощники. Дорогие телезрители. Ну что, ребята, готовы выполнять упражнения? Да! Да! Мы готовы. Первое упражнение, которое мы будем выполнять, очень полезное. Для него нам понадобится возвышенная поверхность. Для этого вы можете использовать ступеньки, книги и что-то вроде того. Главное, чтобы они были не скользкими. Вот что надо будет делать. Вы должны будете поставить ноги вместе, таким образом запрыгивать на возвышенную поверхность и спрыгивать, не размыкая ног. Повторим это упражнение 10 раз. Вы готовы? Тогда начали. Итак. Один. Два. Три. Давайте, ребята. Четыре. Пять. Итак, если вам тяжело держать ноги сомкнутыми, ничего страшного. Вы можете их немного расставить, чтобы не упасть. Если вы устали, это нормально. Вы можете остановиться и отдохнуть. И 10. Как хорошо, это было чудесно. Итак, следующее упражнение тоже укрепит наши ноги. Для него нам потребуется держаться за перила или за такую палочку. Это нам поможет. Вам надо будет поставить ступню прямо на возвышенную поверхность. Это может укрепить ваши пятки и икры ног. Вы сможете быстрее бегать и выше прыгать. Это отличное упражнение для вас. Итак, вот что вам надо будет делать. Держитесь за палочку вот так, вы не споткнетесь. Ну что же, если у вас есть друг, младший брат, или сестра, или старший брат, или сестра, они вам смогут помочь. Ну что ж, начнем. Все, что надо будет делать, это опускаться и подниматься на одну и ту же ногу. Итак, начинаем. Готовы? И поехали. Раз, два, и три. Так, до десяти. Четыре. Пять. Шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Вот так. Ну что ж, давайте поменяем ноги. Ну что, вы заметили, как полезна палочка? Она помогла Роберто не упасть. Ну что ж, меняем ноги и выполняем упражнение 10 раз. Один, два, три, четыре. Итак, неважно, с какой стороны вы держите палочку, главное, чтобы вам было удобно. Семь. 8, 9 и 10. Молодцы. Дорогие телезрители, я уверен, что вы тоже хорошо потрудились у себя дома. Помните, вы можете быть примером для тех, кто за вами наблюдает. Итак, отложите ваши палочки. Для следующего упражнения вам понадобится лечь на пол перед степпером. Итак, повторяйте за мной. Кладите ваши ноги прямо на степпер, лягте на спину, на пол, а руки прямо напротив бедер. Когда вы будете выполнять это упражнение, подниматься, я хочу, чтобы вы напрягали мышцы ног, а не шеи. Хорошо? Итак, давайте начнем. Посмотрим, сможем ли мы сделать 10 подъемов. Итак, я надеюсь, что вы готовы. Ну что, начинаем? Тянемся вверх. Итак, поехали. Один. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. Это упражнение очень полезно для всего туловища, особенно для спины. Ну что ж, я хочу вам кое-что сказать. Это была очень хорошая работа. Теперь вы можете подниматься. Причина, по которой мы это делаем, приходим сюда, делаем зарядку, все потому, что мы всегда помнили, что и вы, и я, мы особенные. Наши тела
также особенны. И они очень ценны в глазах Бога. Бог сказал об этом в Библии, в 138-м псалме. Вы можете прочитать о том, что Бог знает и вас, и то, что вы созданы уникальными. Прочтите 138-й псалом после программы. И помните, каждый раз, когда вы ухаживаете за своим телом, вы славите Бога. Неважно, какое именно упражнение вы делаете. Вы можете подниматься, ходить, запрыгивать и спрыгивать со степпера, как мы сегодня. Вы можете делать подъемы, любые упражнения, какие хотите. Будьте активны и прославляйте этим Бога. Итак, сейчас я покажу наше последнее упражнение на сегодня. Итак, давайте поднимемся, возьмите в руки ваши гири и становитесь напротив степпера. Мы будем одной ногой наступать на степпер, а другую ногу сгибать в колени. Давайте попробуем сделать 7 раз. Раз. И той же ногой. 2. Вам не надо менять ноги. 4. Итак, поехали. Продолжаем. 5. И еще 2 раза. 6. И последний раз. 7. На сегодня все. Смотрите, нам понадобилось всего 5 минут на выполнение зарядки. И помните, что вы можете прославлять Бога вашим телом и вашими делами. Ну что же, увидимся на следующей зарядке на программе «Пазлы Паркера». Попрощайтесь, ребята, с нашими телезрителями. До свидания. Увидимся. Привет, ребята! Ответьте на вопрос, что такое онихофагия? Вариант А – птичка. Обкусывание ногтей – название рождественского блюда из Австралии. Я скоро вернусь с ответом. Я вернулся! Правильный вариант ответа – онихофагия – вредная привычка грызть ногти! На ногтях есть много микробов! Фу, как неприятно! Фу! Как хорошо, что я не могу достать до своих ногтей, чтобы их погрызть! Увидимся! Вот это да! Какая прелесть! Привет, Паркер! Привет! Я восхищаюсь этой едой! Смотри, это все сделано в форме игрушечных роботов! Здравствуйте, наши дорогие зрители! Я знаю, вас наверняка волнует тот же самый вопрос, что и меня! Как же сделать таких роботов? Интересно, как же их собрать? Привет, мистер Ричи! Привет, Кристина! Может, Кристина поможет нам? Заходи! Так, мне кажется, что у тебя есть как раз то, что нам надо сегодня, не так ли? Да. Да? Давай посмотрим. О, да, тут есть инструкции. Спасибо тебе большое, Кристина. Пожалуйста, так, хорошо. До свидания. Пока. Так, похоже, нам понадобится картофель и все, что мы сможем найти на кухне. Здравствуйте, друзья! Мы подготовили все необходимое, все ингредиенты лежат на столе. А также я пригласил помощников. Это мой друг Даниэл. Поздоровайся. Привет. А это Рэйчел. Привет. Ребята моют руки перед тем, как готовить еду. Помните, очень важно мыть руки перед едой, потому что на руках есть микробы, которые могут быть причиной боли в желудке. Эти микробы могут даже вызывать болезни. Ну что же, мы готовы делать роботов. Итак, я беру отваренный картофель и 2 палочки. Эти палочки я просовываю в картошку. Вот таким образом. Палочки послужат креплением для колес вашего робота. Вот так. Телезрители, будьте внимательны, постарайтесь сделать так же, как делаю и я. Так, ребята помогут мне сделать колеса. Я даю каждому из вас по 2 огурца. Итак, вам необходимо насадить наши колесики на палочки, так, чтобы наш робот мог стоять, ездить, и чтобы его было интересно есть. Ну что ж, посмотрим, как у вас это получится. Итак, еще одно колесико. Осталось прикрепить. Вот так. Хорошо. Хорошая работа. Посмотрите, какой это командный труд. Спасибо. Если ваш робот не стоит, то вставьте еще 1 палочку и установите 2 колеса. Дальше мы будем мастерить ему руки. Для рук нам понадобится 2 морковок и зубочисток. Держи 1 руку ты. А другую бери ты. Ну что ж, и устанавливайте.
Хорошо, прекрасная работа. Так, ему нужен нос. Рэйчел, ты хочешь установить роботу нос? Да? Это хорошо. Секунду, поправим колеса. Хорошо, вот наш робот стоит. А. И последнее, что нам нужно сделать, это установить ему глаза и шляпу. Идеально. Для глаз нам также понадобятся две зубочистки. Их надо аккуратно, очень аккуратно вставлять, чтобы робот не упал. Теперь следующую. Как же это увлекательно, не правда ли? Да, действительно. Главное, что вам нравится. Это очень интересно. Ну что ж, мы прикрепляем глаза из двух ломтиков оливок. И нам осталось только прикрепить шляпу. Ну вот, собственно, и все. Ну что ж, у нас получился робот. Отличная работа. Мы можем поиграть с ним, а потом съесть, например, потому что картофель очень полезен для нас. Дорогие телезрители, играйте с вашими роботами и получайте удовольствие от приготовления еды. Ребята, попрощайтесь. Пока! Я просматриваю семейные слайды. Вот это моя мама, мой папа, и моя сестра, и мои два брата. А на этом слайде мы все вместе. Даже моя собака Фрэнки. Эти снимки для меня очень многое значат. Я их очень люблю. Когда я был ребенком, я боялся потерять кого-то из близких. Когда я об этом задумывался, я очень грустил. Вы когда-нибудь чувствовали подобное? Это очень страшное чувство. Но потом, когда я научился доверять Иисусу, мне стало гораздо легче. Не стоит бояться будущего, если вы доверяете Иисусу. Служите Ему каждый день. Он сказал нам, не волнуйтесь. И Он продолжает, довольно для каждого дня своей заботы. Он говорил, что птицы небесные не волнуются о том, где им спать, что им делать, или где им взять еду. Поэтому, если Бог заботится о маленьких воробьях, конечно же, Он будет заботиться и о людях. Потому что люди больше птиц. Ребята, в нашей жизни иногда происходят неприятные вещи, потому что мы живем в грешном мире. Когда Адам и Ева съели запретный плод, они проигнорировали повеление Божье. Они поверили сатане. Когда они это сделали, они позволили сатане оказывать влияние на наш мир. И именно с тех пор стали происходить плохие вещи. Иногда что-то плохое происходит даже с хорошими людьми и с теми, кто служит и поклоняется Богу. Все потому, что мы живем в этом греховном мире, а сатана делает свою грязную работу. Но Бог дал нам руководство в Библии. Он сказал, «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это означает, что Бог может любую плохую ситуацию обратить в добрую. Если мы любим Его и следуем за Ним, Библия также нам говорит, «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Бог готов нам помочь. Волнения о чем-то не помогут улучшить ситуацию. Но доверие Иисусу, а также молитва, просьба о Его силе, конечно же, помогут решить эту ситуацию. Итак, в следующий раз, когда вы почувствуете страх или волнение, не от того, что вас кто-то напугал, а от переживания, что кто-то из ваших близких, любимых людей, к примеру, мама или папа, могут умереть, помолитесь и попросите Иисуса разрешить проблему и научить вас доверять Ему. Он ждет вашей просьбы, чтобы вам помочь. Ребята, знаете ли вы, сколько времени надо гусенице находиться в коконе, чтобы получилась бабочка? Варианты ответов. 24 часа, 2 недели, или вариант В, 6 лет. Оставайтесь с нами. Паркер вернется через 2 недели. Ой, через 2 минуты. Ой, Паркер вернется с правильным ответом. Thank you.
правильный вариант Б. Две недели. Ребята, вы это знали? Да, гусеница находится в коконе на протяжении 2 недель, прежде чем стать прекрасной бабочкой. А вы знаете, сколько времени Иисус провел в гробнице, прежде чем воскреснуть? Сейчас мистер Ричи ответит на все наши вопросы. Ха-ха! Привет всем! Как здорово видеть всех вас и быть с вами! Продолжаем программу «Пазлы Паркера». Сегодня я вам расскажу и покажу нечто захватывающее. Я чувствую себя исследователем, потому что я буду использовать примеры из природы, раскрывая тему сегодняшней программы. Вы видели, что лежит у меня на столе? Тут лежит несколько интересных вещей. Тут есть несколько живых бусинок. Вы можете встретить их, когда вы играете, гуляете на улице или в лесу. Итак, это прекрасные создания. Как они называются? Кто это? Бабочки и гусеницы. Я услышал разные ответы, но это хорошо. Вы ответили правильно. Некоторые из них гусеницы, а некоторые бабочки. Я посадил несколько бабочек в эту банку, чтобы вы могли подойти поближе и детально их рассмотреть. Это мальчик и девочка. Также вы можете увидеть несколько гусениц, которые ползут на этом растении. Разве это не восхитительно? Знаете, когда я был маленьким, я любил играть с гусеницами, брать их на руки. Это было очень весело и щекотно. Но на самом деле, они должны находиться на растении. Это особенное растение. Давайте я больше расскажу вам об этом. Я расскажу вам кое-что особенное. Знаете, как гусеницы появляются на свет? Они не сразу становятся большими. Крохотное яйцо, закрепленное на растении, оно начинает расти. И расти. И оттуда появляется гусеница. Одну вы можете увидеть прямо здесь. Вот она висит. А вот этой надо немного времени, чтобы вылупиться. Знаете, что гусеницы делают? Едят. Едят и едят. Вот единственная работа, которой они занимаются. После того, как гусеница съедает так много, она растет и становится все больше и больше, и в один момент превращается в кое-что, что вы можете увидеть прямо здесь. Хоть трогать нельзя. Но я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели. Это называется коконом. Это превосходное Божье создание. Потому что, когда гусеница попадает в него, может показаться, что там ничего не происходит. Но это не так. В том месте происходит удивительная трансформация. Это очень важная трансформация. И когда процесс трансформации закончится, кокон откроется, и из него вылетит прекрасная бабочка. Вылетит разноцветная, великолепная и величественная бабочка. Бабочки так прекрасны, правда? Конечно же. Понаблюдайте за ними. Процесс, который с ними происходит, настолько удивительный. Этот процесс называется метаморфозой. Я хочу вам еще кое-что рассказать. Гусеница превращается в бабочку. Происходит такая удивительная перемена. Но знаете ли вы, что бабочки не могут сделать? Они не могут сделать то, что для нас может кое-кто сделать. Они не могут воскреснуть и восстановиться. Они не могут этого сделать, потому что у них нет такой силы. Единственная личность, которая может это сделать, это Иисус. Но почему я привожу в пример Иисуса, когда говорю о бабочках, гусеницах и метаморфозах? Вы меня можете спросить, зачем я это делаю? Вот почему я сделал такое сравнение. Знаете ли вы, что Бог Отец сказал Иисусу Христу, «Нам нужно спасти человечество». Иисус пришел в этот мир. Он появился в животе у Марии. Это очень загадочное событие. Сначала он был очень маленьким, но он рос, и однажды он появился на свет. Знаете, этот мир был для него грубым, как и для нас. Но он особенная личность. У него была особая миссия, которую нужно было выполнить.
И пришло время, когда Иисус Христос умер. Он умер за тебя, за меня и за всех живущих на земле. На протяжении 3 дней Он был в гробнице. Люди думали, что Он умер навсегда, но это было не так. Так же, как гусеница превращается в кокон и изменяется в нем, и выходит из него величественной. Именно таким образом Иисус воскрес. Это было воскресение Христа. Он это сделал для того, чтобы у нас с вами был шанс. Давайте откроем Библию. Библия — это особая книга, с помощью которой мы можем общаться с Богом. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 15 главу, и прочитаем 14 и 19 стихи, а затем с 20 по 22. Ну что ж, давайте читать. Джейкоб, прочти первую часть, пожалуйста. 1 Коринфянам 14, 19. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Видите? Если бы история закончилась на том, что Иисус Христос не воскрес бы, то это был бы грустный конец. Но история так не закончилась. Даниэл, прочти, пожалуйста, следующие стихи. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все и живут». Итак, здесь сказано, что умирают все в Адаме, потому что через него пришел грех. Но посредством Иисуса Христа у нас у всех есть шанс воскреснуть. Иисус Христос пришел на землю и воскрес. Только Он может воскресить, потому что если бы Создатель пришел на нашу землю и умер, то и у нас не было бы шанса воскреснуть. Мы должны быть благодарны Богу за то, что Он всем нам дает шанс. Он пришел на нашу планету, жил, умер, воскрес, и однажды Он вернется за нами. И мы будем жить с Ним вечно. Ребята, отложите ваши Библии. Давайте помолимся, закройте глаза, сложите руки и повторяйте за мной эту молитву. Дорогой Иисус, спасибо за то, что Ты приходил. За то, что Ты умер за нас. И воскрес для нас. Мы любим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Помните, Иисус Христос умер не только за меня и за вас, сидящих здесь. Иисус умер за всех, кто избрал Его, принял Его и впустил Его в свое сердце. Я хочу, чтобы вы всегда помнили об этом. Помните, что Бог Иисус Христос пришел на эту планету, жил здесь, умер и воскрес ради вас, ради меня и ради всех. Это прекрасная часть нашего сегодняшнего пазла. Спасибо вам, что вы были с нами на программе «Пазлы Паркера».